Добрый вечер, уважаемые слушатели и зрители YouTube. Сегодня мы разберем, что такое переменный ток. Нам говорят, что переменный ток меняется, значит, по направлению. То есть провод идет, значит, в проводе там фаза и ноль, и вот они меняются. Фаза на ноль и ноль на фазу. Это происходит 50-60 раз в секунду. Это вранье. Полное вранье и бред. Ток идет в одном проводе, а во втором проводе идет масса, то есть ноль от Земли. Там нет тока. Там нулевой заряд или очень маленький заряд. Ток идет от первого провода, это фаза, которую невежи зовут плюсом. Никакого плюса там нет. Там есть заряд и есть масса, свободный от заряда проводник, то есть ноль или масса там. И, конечно, заряды движутся, а ноль, или, как они говорят, минус, или масса, никуда не движется. И вот эта фаза, заряд, обегает сопротивление проводника, допустим, спираль лампочки, встречается с нулем или с массой в постоянном токе, как они называют, минусом, хотя никакого минуса нет. И при встрече тут у них происходит разность потенциалов, выделяется тепло через сопротивление лампочки, греется вольфрамовая эта самая спираль. Вот что происходит. То есть в одном направлении с фазы на ноль, с плюса на ноль, а у них наоборот все движется. Никакого минуса нет. При встрече происходит выделение энергии, так как один проводник заряжен, а второй нет. Далее. Далее, никаких синусов, как они показывают на осциллографе. Синус, значит, переменный ток идет по синусу. Никаких синусов нету. Это вранье. Просто переменный ток прерывается 50-60 раз в секунду. Это называют герцы они. То есть заряды идут импульсами 50, так, ты. Ну как азбуку морды передаете, или волнами. А в постоянном токе это почти ровный поток. Там если есть импульсы, то они минимальные. В этом отличается. Из-за чего? Из-за того, что так происходит. Потому что в генераторе переменного тока есть пробелы между этими полюсами, то есть между магнитом и вот этим ротором. Там не все сплошное идет, а пробелы идут. И вот когда он наскакивает на пробел, зазор, вот, у него напряжение падает в этот момент. То есть нету импульса. То есть синус это бред. А насчет изменения, якобы, что ток движется переменный в один момент в одну сторону, а в другой момент в другую, это полный бред. Если я подключу фазу из сети, а второй провод подключу от земли или от батареи, у меня сток батареи фаза появится. Если бы так было, тогда какого хрена мы платим? Подсоединись от батареи, и через каждые 50 этих самых, через в каждой секунде 50 раз у тебя будет подаваться ток. Тут вранье. Ноль он как есть ноль. Это одно. Второе, мы бы не могли по земле ходить, как вот они пишут. Это вообще бред. Если ты разделся, например, босиком, пошел по земле, тебя шарахнет. Так как они говорят, что оно все время меняет. Тебя просто шарахнет. Там же фаза появляется у них. В земле. То есть, а в земле нету никакой фазы. Там ноль. Нулевой потенциал. Если я подключу фазы от батареи, значит, что у меня свет пойдет? Нет, не пойдет.
Тогда какого хрена я плачу за свет, если так, как они говорят? От батареи давай возьму фазу или от земли там кол вобью в землю и все дела. А потом еще один ноль возьму, там тоже будет. Там тоже будет то ноль, то фаза. Второй. Это ж бред. Нет в батарее фазы, а у них на концах меняется, значит. На проводах, вот в розетке меняется. Значит, 50-60 раз в секунду, то здесь фаза, то здесь фаза. То здесь ноль, то здесь ноль. Ничего не меняется. Брешут. Земля, она всегда ноль. А фаза всегда фаза. Они морочат людям голову, то есть Земля не заряжена. Она имеет нулевой потенциал. Ни минус, никакого минуса там нет. Просто, ну, просто у нее заряд, почти нет заряда. А второй провод, фаза, на нем только, и на нем только заряды идут. С генератора, с электростанции, да, крутит путем, значит, нагревания, кручения, там, взаимодействия с магнитами. Магниты, значит, направляют этот поток, нагревание идет от раскручивания ротора. И пошел он по проводу, по одному, а второй провод служит только для, как говорится, для того, чтобы создать разность потенциалов. От земли берут. А если двойная фаза, тогда заряды на одном, например, две фазы 380, заряды на одном и на втором, но заряды разные немного, от разных генераторов. И поэтому они тоже имеют разность потенциалов. Но это не плюс, не минус. Просто разные заряды. Разные по силу, разные по силе и, как говорится, по частоте. И эти заряды идут по лампочке и встречаются с нулем. Происходит выделение энергии, разность потенциалов, и лампочка горит, вот и все. И не нужно голову людям морочить, забивать бредом, что ток меняет направление. Ничего он не меняет. Он просто импульсный, что и показывает осциллограф. На осциллографе идет, значит, вверх, то есть пошел ток, потом раз, тока нет, какое-то мгновение. Значит, одно мгновение в секунде, 50 раз в секунду. И он раз вниз. Тока нет, он падает. То есть осциллограф не дает возбуждения. А не меняется, как они говорят, по направлению. То есть на минус, никакого минуса у него нет. Он становится, как сказать, становится нейтральным в эту секунду. То есть заряда в нем в долю какую-то, одну пятидесятую долю секунды заряда в нем нету, а в одну пятидесятую есть. И так он без конца. 50 раз он меняет. То есть переменный ток имеет всегда, не меняет свое направление, имеет всегда одно направление. На одном конце фаза, на другом конце ноль. Можете померить, можете взять индикатор. Есть индикаторы на 220, на 250 вольт. Поставить в розетку, и вы увидите. В одну дырку воткнете, всегда будет индикатор у вас светиться. Сколько бы вы ни держали, 10 минут, 20, 30. Поставьте во вторую, где ноль, там всегда ничего не будет светиться. Сколько бы вы ни держали, и даже никакого мигания не будет. То есть это бред, чушь, вранье, чтобы людей дурить. На этом заканчиваю. До свидания.